мистер Уик. Скажите, сомелье здесь? Я не помню, чтобы он отсутствовал. Добрый день, мистер Уик. Давно не заезжали? Я на дегустацию. Я с огромной радостью вам кое-что покажу. Сначала. Бонджорно, сеньор Уик. Чао, Анжела. С возвращением в Рим. Полагаю, вам понадобится новый костюм. Ты прав. Я знаю ваше давнее пристрастие к немецким сортам, но я искренне рекомендую вам новый урожай из Австрии. Глок 34 и 26. Это подлинная карта поместья семьи Д'Антонио. Здесь отмечены все древние руины. Кваранта нове. Скажите, мистер Уик, это официальная встреча или же дружеская? Дружеская. Костюм нужен на день или же на вечер? Нужен один на день и один на вечер. Эргономичная рукоятка. Расширенная шахта магазина, чтобы легче было перезаряжать. И вы оцените тюнинг новой затворной рамы. Что еще, сэр? Нужно что-нибудь покрепче, поточнее. Покрепче, поточнее. А вот эта карта храма и катакомб под ним. Какой стиль желаете? Итальянский. Сколько пуговиц? Две. Брюки? Зауженные. А подкладка какая? Защитная. AR-15. 282 миллиметра. Сбалансирован затворной рамой с ионным покрытием. 3G Conoco Point с шестикратным увеличением. А это современный чертеж. Здесь одни, вторые, трое ворот. Диски из карбида кремния и керамические матрицы. Они идут послойно. Это новейшая защита. Мы вошьем этот материал между тканью и подкладкой. Абсолютно непробиваемая, хотя... К сожалению, больно будет. Порекомендуйте что-нибудь на финал вечеринки. Что-нибудь мощное, полнотелое. Рискните взять Бинелли М4. Доработанный ОСМ и рукоятка перезарядки. Текстурированные накладки, если у вас вдруг намокнут руки. Итальянская классика. А на десерт? Десерт. Изысканные ножи, только что заточенные. Прекрасно. Сможете пошить быстро? Ну, конечно. Куда прислать костюмы? В отель. Доставить все это в ваш номер? Да. Спасибо. Отлично. Мистер Уик. Желаю веселой вечеринки.